Житель Владивостока может лишиться своего внедорожника за неуплату алиментов на протяжении нескольких месяцев. Судебные приставы наложили арест на автомобиль должника. Когда Виктория разводилась с мужем, она и не предполагала, что он окажется таким жадным. При разводе мужчина заключил со своей супругой юридический договор, по которому он был обязан выплачивать определенную сумму на содержание детей. Несмотря на состоятельность супруга, женщина не стала делить ни его бизнес, ни большой загородный дом. Виктория настояла лишь на том, чтобы супруг помогал ей в воспитании общих детей хотя бы материально. Однако бывший муж явно не спешил с этим. Женщина пыталась решить вопрос мирным путем, на что получила лишь одни обещания. Он не выполняет этот договор. То есть все время он мне говорил, попозже, попозже, там нету, подожди. Ну, вот так и дотянулось до такой степени, что вот он оброс долгами, мне пришлось... Она последнее время, он все время меня, извините, посылал, что я звоню, что ты мне говорит, сюда звонишь, вообще мне не звони. Бывшая супруга пригрозила мужчине судом, однако он особо не расстроился, лишь пожелав матери своих детей удачи. И несмотря на отсутствие денег на выплату алиментов, коммерсант пообещал справиться с расходами на хорошего адвоката. А говорили ему, что возможно вот такое ситуация? Конечно, он говорит, пожалуйста. Он все время говорит, встретимся в суде. У него коронная фраза, встретимся в суде. Отчаявшись, женщина обратилась в службу судебных приставов. Там она предъявила все доказательства того, что мужчина не выполняет условия договора. Приставы пытались несколько раз связаться с должником, однако тот упорно отказывался идти на контакт. Дошло до крайних мер. Чтобы погасить внушительных размеров долг, приставам пришлось наложить арест на дорогостоящий внедорожник безответственного отца. Данный автомобиль принадлежит должнику, который не выплачивает алименты. В рамках исполнительного производства наложен арест на машину. Машина передается взыскателю на ответственное хранение в счет погашения долга. Сумма долга 467 тысяч. Увидев свою машину опечатанной, мужчина устроил скандал, но позднее все-таки смирился со своей участью. Его Lexus передали на хранение бывшей жене. Если в ближайшее время автомобилист не найдет денег, чтобы рассчитаться с долгами, его внедорожник уйдет с молотка.